Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Black Mesa, мы находимся, собственно, я не знаю, что это такое, но, судя по всему, это и есть главный портал. Здесь просто какие-то страшные вещи, вон там, вон в лабораториях, мы увидели, что тут разработки шли по этой теме, и там даже есть комнаты, из которых телепортируют из одной в другую. Но здесь у нас, похоже, после каскадного резонанса произошла авария, теперь вот эти вот порталы, они кругом просто. Как хотят, так и кидают. Вот, допустим, вот этот ведет сюда. Что со всем этим делать, я пока не понял, потому что, спрыгнув с него вот сюда, я в итоге оказался в не самом хорошем месте. Что это было? Ну ладно. Здесь, похоже, нам придется настрадаться еще. Я не совсем понимаю. Так, может быть, и вот от цифры зависит. А, ты посмотри, точно. Так, давайте по порядку тогда. Сначала в первый прыгнем, посмотрим, куда он ведет. Так, сохранились. Первый, отлично. Ладно, патронов опять ноль. Ну, по крайней мере, понакидали нам маленько всего. Ох, так, ладно. Это что у нас, банкомат, что ли, какой-то? Ага, банкомат. Ляпнут иногда. Банкомат. Куда это мы в итоге прилетели? Сложно сказать. Но где-то здесь же, недалеко, потому что это именно лямбда-комплекс по строениям узнаваемый. У него какая-то своя архитектура такая. А, понятно, это место, где мы в конце предыдущей серии видели Джимена. Он вошел в этот портал. А мы были вон там в этот момент. То есть недалеко от того места, где, собственно, мы только что были. Супер! Мы вернулись на исходную. Так, хорошо. Первая у нас, значит, отстой. И я не знаю, то ли вторая, то ли третья у нас. А, блин. То ли вторая, то ли третья у нас в итоге ведет туда, куда нужно. Давайте попробуем. Вторую, что ли. Мне кажется, вторая приведет... Да, блин. Придется загружаться. Не люблю грузиться, люблю, конечно, играть, но слишком далеко обходить. Так, вторая у нас ведет... Понятно, вторая, значит, правильно. Значит, в третью мы заходили. Так, ладно. И нам нужно понять, когда тут что-то будет. Вот так, допустим. Так, сохранились. Потихоньку, помаленьку, так, видишь, поднимемся. Совсем все плохо. Здесь еще портал, но я думаю, мы таким макаром в него тоже залетим. Так, здесь пронумеровано. 6. Это что за фрезы? Это что ж такое? Так, есть 6. Вот 4. Для начала в 4 посмотрим. Супер! 4 это именно то, что нам нужно. 4, значит, мы пойдем чуть-чуть попозже. А сейчас сходим. Не знаю. В 5. Видишь, как хорошо. The Anomalous Materials Labs, aren't you? I recognize you. Shucks. I thought you were the pizza guy. Именно поэтому хотелось все посмотреть. Потому что вот такие моменты, они наверняка запрятаны. И они действительно запрятаны. Будь здоров, спасибо. Might not want to stick around too long, Doc. Ну ты же стоишь.
do you mean old? Not again. Так, ну это выходное отверстие, ладно. Отсюда выхода никакого. А, есть, смотри. Ты уже не хочешь говорить? Вы, может, еще что скажете? Нет. Так, тут у нас какая-то огромная пропасть. Я бы тут, не знаю, я высоты не боюсь, но я бы тут не сидел нафиг. Хотя не боюсь. Ну, не так, чтоб сильно. Так, что по итогам? Блин, куда я попал вообще? И ведь наверняка это место просто как типа мини-пасхалки такой. Оно нам ничего не дает. Теперь просто нужно найти выход отсюда. Но того стоило маленько. Разрядили мне обстановку. Вот и да, вот и выход. Так, сейчас бы не грохнуться куда-нибудь. А, ну конечно, в самом начале. Да, блин. Так, второй наш. Так, хорошо, четвертый наш. В пятом мы побывали. Это привело нас к мини-пасхалке. Что же нас ждет в шестом? Хорошо, грузимся. Блин, сложно прыгать. Именно нужно в прыжке еще присесть, успеть нажать, иначе ничего хорошего не получится. Так, шестой, ладно, допустим. Ладно, давайте загрузимся, потому что это нам, блин, сейчас просто обходить все по новой. А так сейчас просто на платформу залезем и пойдем уже в четвертый. А-а-а, блин, ну я же присел. Так, вот наш. Сохранились. Так, седьмой. Восьмой. Девятый. Сначала пойдем в седьмой. Похоже, это был нужный. Ну ладно, я не знаю, что там в восьмом-девятом. Блин, зачем я сохранился? Ну ладно, в принципе. Пора честь знать, да? Поэтому... Ёлки-палки, что же мне делать? А, уперся, блин, ёлки. Что-то сегодня ёлки-палки, все. Ёлка-палка, потому что сегодня посидели хорошо. Есть у нас такой... ресторанчик. Так, сохранились. Блин, я думал, хана. И куда мне в итоге? Фу, блин, я подумал, хана. Ну, допустим. А здесь нет ничего. Смысла-то сюда идти? Конечно. Так, сохранились. Это ничего у нас, кстати говоря? Нет, похоже, что нет. Так, сейчас она опустится, и мы будем решать, что же нам делать. Здесь... Здесь есть что? Ну, поднимись. А, блин, это же... Это мы в предыдущей серии видели. Там у него 4-2-7, что ли? Зашибись. Ну, как обычно. Меня вдавило в потолок. Да, чуть-чуть не дотестировали. Лучше бы раздавило нафиг, чем в потолок вдавило. Так, сохраняемся. И пошли... Сюда, что ли? Подожди. А куда мне надо-то? Или туда мне надо? Тут я, по-моему, был. Что это нам дало?
Что-то включили. А тут кнопочки, значит, есть такие. Ладно, будем знать. Возможно, скоро у нас вот эти створки откроются в итоге. Сейчас придумаем что-нибудь. Так, сохранились. Здесь портал. Такой же кнопочки нет. Да что ж такое, блин? Что произошло вообще? Какого черта? Так, хорошо. Точно ничего не открылось? Здесь тоже есть кнопка. Так, главное, чтобы нас потолок не вдавило. Сохраняемся. Хорошо. Так, сейчас нужно дождаться, пока она опустится. Что-то я, блин, пока нос чесала, она уже успела наверх улететь. Хорошо. И вот мы тут. Сохранились. Оп, оп. Что это? Куда это мы улетели опять? А, мы на этаж ниже улетели. Понял. Нам сюда. Что еще тут есть? Выключенный компьютер, ничего тут нет. Откройте, пожалуйста, там же очень много хороших вещей. Ну, я так думаю. Ладно. Фу, это было прикольно, мне это очень понравилось. Игре все-таки зачет, несмотря на все ее шероховатости. Блин, чуть ли не игра года. Если бы это полноценная игра была бы, конечно, это была бы игра года. Но как ремейк, это все-таки повторение, мать учения. Это заочно уже одна из моих самых любимых игр, как и все, что связано с Half-Life. Но при этом... Это всего лишь прилежное копирование. Хоть и, конечно, офигеть, они 8 лет делали эту игру на чистом энтузиазме. С ума сойти. Вот это я понимаю, фанаты. У нас негативное, негативный смысл вкладывают в это слово фанаты. Но вот это вот настоящие фанаты. Так, сейчас может влупить либо сзади, либо оттуда приехать что-то. Куда это мы? Надеюсь, там обитаемая область. А это зачем лестница тогда? Вроде спокойно. Можно было и на лестнице пойти. Разница-то. Отлично. Кто-то их, по крайней мере, отстреливает. Уже поспокойнее стало. Много вас тут. А! Тихо, тихо, тихо. Ребятушки, помогите выключить свою систему. Меня сейчас порешетит, как вот этих вот. Что же делать? Фу. This is the guy, huh? Thought you'd never make it. Oh, nonsense, Hunter. Nothing stands in the way of our errant knight in shining high-impact reactive div armor. Guess not. Right then.
This way, Dr. Freeman. We've been expecting you. Ох, наконец-то мы прибыли. Сейчас иду. Дайте осмотреться. Я столько шел. Я просто устал. What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Так вот, вы чем тут занимались? Before the survey members started being collected themselves, that is. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. Нигеланд. I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out... Well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit rankled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. Хорошо. Офигеть. Офигеть. Вот как эти костюмы выглядят. Люди почему-то спрашивают, как будто не знают, люди. Would you like to get one of these blood samples under a microscope? Получить или отдать? Dr. Freeman, it really is quite an honor, but I'm sure you understand this is no time to be making conversation. Я понимаю. This may be a bit off topic, but have you considered a title for your memoirs? Isn't it time to get back to work? Oh, well, don't let the musings of an old man distract you from the mission at hand. Блин, гигантизм так и прёт. Огромные установки. Обалдеть. Обалдеть. Так, ну что? Пора... Ну да, конечно. Кто бы спорил. Ненавижу солдат. Так, тут у нас все спокойно. Ладно, хоть она нас увидела, да? А то как мы... Хрен прошли бы. Вот, кстати, слабое место их обороны. Вот отсюда, если прорвутся, а они прорвутся, то все, хана. Так, ну что, пойдемте с Хантером, отправляться будем отсюда. Это что такое вообще? Доктор Фримен, so glad you made it. Ты бы знал, как я рад. I have one final accoutrement for you. This is the long jump module. I created it expressly for navigation of the world beyond. Well, it can't get any worse than this. Or can it? I certainly hope you've received long jump training, because once you're in Zen, you will need... Такое было в оригинале, нет? Обалдеть. Блин, для чего круто сделано. Ну все, обеззаразили уже. Так, а я думал, меня научат сейчас пользоваться этим. Freeman, I'm up here. Practice your long jump if you must, but hurry up. Как мне не сказали как? А вот. Ну только по горизонтали. Понятно. I can open the portal now. The process is complicated, and once it has begun, I must not be interrupted or I'll have to start all over again.
Don't enter the beam until I give the okay. Understood? I will begin. Что-то мне кажется, добром это все не кончится. Обалдеть. Я не хочу уже этим заниматься. Да ёлки-палки, вы так кто такие? Да блин. Ё-моё, да сколько вас тут? Слишком много вас. Слишком. Обалдеть. Так, сохраняемся. Один патрон. Нужно его вложить в кого-нибудь. Да, блин, из-за тормозов ни в кого не вложил. Я готов. Отлично. Это проблема русификатора, я так понимаю. Ну, скорее всего, вышли новые версии. Но, тем не менее, так заканчивается Black Mesa. То есть она, конечно же, не заканчивается. Скажите, вот после этого прям хочется продолжения, да? Насколько я знаю, измерение Zen самый неудачный уровень оригинала. Практически никому не нравится. Но я думаю, они сделают его нормальным, потому что, ну, в принципе, у них все способности для этого есть. Просто гениальнейшие ребята. Офигеть, это лучший ремейк, который я играл. Ждем. Дополнением будет выпущено, собственно, измерение Zen и концовка игры. Пока что, потому что я прошел, я могу сказать, были моменты, где натурально материть хочется игру, но по большей части это настоящему высший пилотаж, просто очень круто. Мало того, что они аккуратно перенесли полностью всю игру, по сути создали новую игру по мотивам предыдущей. Это не HD ремейк какой-то, это именно, то есть полное переиздание, полностью по новой все создали уровни, собственная геометрия, собственная озвучка, собственные текстуры, собственные спецэффекты. Короче, полноценный самостоятельный проект. Причем все это сделано за бесплатно, и вот это вот особенно удивляет. Я получил очень большое удовольствие от прохождения этого, ну, ремейка, так назовем. Короче говоря, этой игры, это, по сути, полноценная игра. Ждем продолжения. Надеюсь, понравилось и вам. В принципе, на этом все. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.